В Одессе на пересечении Адмиральского проспекта и улицы контр-адмирала Лунина упал светофор. Утром на пересечении Адмиральского проспекта и улицы контр-адмирала Лунина упал светофор. По мнению прибывших на место происшествия сотрудников КП СМЭП, причина падения – в старости крепления. Также, с их слов, дежурные группы ежедневно ездят по району, который за ними закреплен, и проверяют состояние креплений светофоров, чтобы не допустить подобной ситуации. Однако, почему здесь не доглядели, пожимают плечами. Осмотр в разных районах города проводится ежедневно. Специально есть люди, которые проезжают, обсматривают. И... А как так получилось, что здесь не доглядели? К счастью, никто не пострадал. В данный момент светофор уже возобновил свою работу. Будем надеяться, что после этого случая наши городские службы будут более предусмотрительны, чтобы впредь такого не допустить.